Всем привет, грибные войска Беларуси. Сегодня мы в Крыжовке. О, вешенка. Нашли вешенку. Вот она. Так, мы в Крыжовке. Это недалеко от Минска. Она еще дальше там тоже. Так, сегодня 7 ноября. Всех с праздником. Красный день календаря. Все, приветствуем. Вон Ленка сейчас. Вон Ленка к нам идет. Все, смотрите нас. Начинаем. Нам еще легко отрезать. Давай снизу начнем. Ух, там еще несколько штук. Знаю, это красиво было бы одной кучкой срезать. Очистить. Дерево у нас береза. А что они больше любят? Ой. Больше они любят расти. На чем, Лен? На ольхе. На ольхе. Польский. Польский грибушек. Вешенка. Поздняя или осенняя. Поздняя или осенняя. Берем? Берем. Ну все, давай доставай. Нас. Вот она такой. Отличие от устричня. У нее такая желтая ножка. Ага. Просто ложи. Как их тут срезать? Красиво. Кучка. О! Видно хорошо немножко, да? Вот она такая же. О, вот здесь хорошо видно. Желтенькая ножка. Вешенка осенняя или поздняя, как? Какая разница? Где как пишут? Где поздняя пишут, где осенняя? Заберем тус. Заберем тус. Топор опять надо, топор. Ну забыли, ну опять забыли. Думали же взять. Ехали же сюда, ну забыли. Ну как тут, так уже никак. Я думала, она может размокнет. Ага. Так, наша чага вроде пошла на излом. Давай. О, есть! Есть! Все, вот эти кусочки уже и не будем трогать. Ох, как! Слушай, она килограммовая. Тут килограммов, блин, целая куча. Тут больше килограмма. Да, конечно, больше. Под два. Чага. Чага. Вот она красивая на разрезе. Ага. Обалденно. Это все, пап. Все, будет у нас много чая. Вкусного. Польский грибочек. Хорошая ножка. Очень замечательный. Толстоножка. Тут рядом еще одного находим. Ох, такого же толстая нога. Ой, вот эти вот хороши вообще. Вообще красавцы хорошенькие. Забираем, обязательно забираем. Вон, поляки. Вот молодой полячок. О, рядом двойнушечка такая. Еще. Так, что это у нас такое? Вообще вот эти вот красавцы. Ох, вот они какие. Свеженькие. Ой, ну, не такие толстоногие, но хорошие тоже. Сейчас позабираем тут. А, вот еще не заметили. Вон еще пару штучек. Вот. Польские грибочки. Полячочки. Вот еще маленькие.
Опа. Так. У-ху-ху-ху. Он красиво, красиво так спрятался. Молодой, красивый польский. А вот смотрите, прямо на этом самом, на пенечке таком сидит полячочек. Да, растут еще, есть. Есть полячки. Ой, полячки. Ну, нормально. Здоровенький полячочек. Он рядом. Рядышком. Вот этот получше. Помоложе. И где-то еще видел. А, вон. При дороге. Прямо при дороге растут. Тоже ничего такое. Ну, так себе. На жареху нормально. Ну все, надо забирать. Да, забирать. О, толстенький. Душечка очень красивая. Вот второй рядом. О, какой. Сейчас вернемся, заберем этот тоже. О, какие толстячки. Ну, разве не замечательные они? За грибами. Так, поменяли места. Сейчас в Уздинских лесах. Ну, смотрим, что получится. Забираем. Забираем. У меня руки заняты, я ем. А у меня тоже руки заняты, я тоже ем. Да, посмотрим, чисто он или нет. Не хочет резаться. Чистый. Чистенький. Замечательно. Все ищем. О, полячок. Так, вижу гриб. Ну, до него дойти надо. Вот он. Полячочек. Польский. Ой, уже ему, наверное, все. Ой, еще вижу. Большой. Что это у нас такое? Большое. Масленочек. О, поляк, поляк. Вот нормальный уже, хороший. Полячок-с. Еще вижу один. А, это у нас тут не один. Вон один. А вон второй. Туда залезть надо, не могу. Сейчас подрежу. А вон еще. Ладно, полезли. Вон еще вижу. О, вот он. Так, сосновые посадочки такие симпатичные. О, недалеко, рядышком еще, еще пара штучек. Заберу он тут. Да. Очень мокро. Очень весьма мокро. Так, не очень. Оставим, наверное. Там я что-то вижу вдалеке. Большое. Что это такое? А, масленок, наверное. Большой масленок. Да, заяц чистый. Ха, чистый. Хорошие места. Довольно-таки интересные. Дядя, где он, родной? Вот он, притаился. Красавчик. Давай его, делай.
Давай. О. Слушай, чистенький. Отлично. Вообще обалденно. Отлично, заберем тут. Под зеленочкой. Вот такие уже мягкие. О, это красивая семейка. Здорово, это одна? Нет. Три. Узда под уздой мы сегодня переехали. Больше нету. Я тебе еще дала, нету больше. Грузды. Были грузды сегодня. Черные. О, какой красивенький полечочек. Сейчас, Лен. О, какой. Хорошенький. О, смотри, полечок сразу. О, хорошенький полечочек. Молоденький. Ай, сломал. Так. Ну вот этим уже кайколопы. А что такое? Кайколоп — это хана. А, кайколоп — хана. Так. Здесь что? Это под зеленочка. Ага. Под зеленку забираем. Горькушек много. Так, что тут дальше у нас? Людям показать. Во. Горькушки. Очень много пошло горькушек. Да, видел много. Так, ну и там еще один полечок. Около корзиночки моей. Ох, какой красавчик. Ну, ха, вообще красавец. Под зеленочки. Классненькие под зеленки. Еще под зеленочки. Троечка такая. И о, вот. Так около машины! Малышонок еще. Можно таких женщин фотографировать. Все. Уходим домой. Вон у Мариши сколько гриба. Польские зонтики там. И у нас, что у нас? И что у нас получилось? Тоже вешенка, два рыжика, польские и чага. Чага. Будем заваривать, пить. Все, до свидания. Всего доброго, грибные войска. Сезона, да, до следующего сезона. Да, ну формально будем выходить, но уже, наверное, сборы будут не те. Все, до свидания. За хламулинкой. За хламулиной еще съездим, да. Спасибо за внимание.